моя любимая леопардовая шуба тоже может оказаться в этом комплекте, сделает его более эксцентричным. При этом, опять-таки, ничего, кроме вот этой шубы, здесь не поменялось. Но красиво же, красиво. И шуба, которая на вешалке вам казалась просто верхом пошлости и вульгарности, сейчас, на самом деле, выглядит вполне себе женственно, очень сексапильно.